В Музее украинской живописи состоялось открытие выставки работ Евгения Спиридоновича Логвиненко. Художник Логвиненко за время своей творческой деятельности успел поработать в самых разных жанрах. В экспозиции, представленной Музеем украинской живописи, около сотни картин. В основном это работы на мифологические, библейские и сказочные темы, но есть также пейзажи и натюрморты. Художник свободен в выборе размеров своих композиций. Тематическую картину он пишет как монументальное полотно, соответственно размеру и художественным задачам выбирает манеру широкого и свободного мазка. Стоит отметить, что работы Евгения Спиридоновича есть в разных музейных и частных коллекциях в разных странах мира. Он неоднократно награждался за успехи в своей творческой работе.